Добрый день, друзья! С вами Виктория Сергей Мартынец, и у нас к вам есть один вопрос. Что вы будете делать в субботу, 11 июня? Мы уже спланировали эту дату и хотим поделиться с вами и пригласить. А дело в том, что в 11 июня в субботу будет проходить огромное событие в городе Киев. Это будет годовщина кампании ЛР в Украине, и это событие может сыграть большую роль в вашей жизни. Почему важно там быть? На этом мероприятии вы увидите масштабы этого бизнеса, вы сможете разобраться и вникнуть в него немножко глубже. Вы сможете увидеть автомобили, которые компания будет вручать своим партнерам. Вы познакомитесь с директором ЛР Украина Евгением Пономаренко. Вы сможете познакомиться с одним из директоров Германии Томасом Херсеном. И он для нас припас массу сюрпризов. А я вам скажу по секрету, будет несколько розыгрышей очень ценных призов. Компания готовит запуск, будет презентация новой линейки продукции. И это все может быть доступно для вас всех. И вы знаете, на этом событии будут еще очень приятные бонусы. Это, конечно, развлечение. Да, это группа Hard Kiss, всем известная, очень знаменитая, которая для нас приготовила концерт. Друзья, будьте на этом событии вместе с нами, разберитесь в этой возможности. Я думаю, что мы вместе сможем построить огромный бизнес в Украине. Поэтому, друзья, до встречи. Будем рады вас видеть на этом мероприятии. Всем пока-пока.